Надо покрыть по телевизору теперь. Скоро на этой сцене появится замечательная группа. Хорошая обстановка, комфортная обстановка, дружеская, да? Мне можно просто легко отдохнуть, прийти, расслабиться. Мы, в общем-то, создавали демократичные заведения, где могут отдыхать совершенно, скажем так, люди разного достатка. У нас хорошее мясо, у нас легкие салаты, у нас хорошее меню, заказывают на банкеты, у нас его едят каждый день в повседневной жизни. Оставь проблемы, все это туман, за кружкой пива вспомни, что в России у каждого есть старый чемодан, в котором теплится немного ностальгии.